Всем привет, друзья! Решил записать быстро это видео, потому что биток льется, рынок в непонятках, что происходит, где дно. И самый прикол, что, смотрите, DXY тоже льется на пятиминутках, и биток льется. То есть началась декорреляция такая, что биток не стреляет на падающем DXY. В общем, я вообще не понимаю, что происходит. Вот мое рабочее место. Занял я позицию на заборе. Как говорится, лучше остаться с деньгами, чем с позицией. Так что я повыходил из всех спекулятивных позиций. Еще где-то вот на том проливе, по-моему. И сижу, жду, смотрю. И солидарен с Пифагором, который сейчас говорит, что рынок в стадии поиска идеальной точки входа для лонга. Я тоже так считаю. В какой-то момент нас развернет с вами. И нужно быть просто к этому готовым. И быстро среагировать. И ни один сигнал, ни один, даже в Телеграме я не успею написать, понимаете? И даже если я напишу, это ничего вам не даст, кроме, как сказать, это что-то вам даст, конечно, но в трейдинге только на себя вы должны полагаться, на свои ощущения, на свой анализ. Поэтому вот я вам сказал, что я думаю. Я сижу, смотрю, жду, буду заходить где-то по ситуации, постараюсь сообщить у нас в Телеграме. А вы смотрите сами, будьте аккуратны, осторожны. Самое сложное в трейдинге – это не торговать, не быть в позиции. Вот сейчас я думаю, что это самое правильное решение. Потому что шортить уже, ну, поздновато, лонговать локально, не знаю, все время кажется, что вот надо, но, как мы видим, еще не надо. Поэтому вот такой вот движ, вот такой вот у меня вид. 59 этаж, вот там вот где-то башня The Moon, офис The Moon. Надо будет к ним наведаться завтра. Такой вот ночной Дубай. Прекраснейший. Там Марина, пальма, но их сейчас не видно. И вот такой вот у меня чил. Собственно, и сижу, бдю, как говорится. Рука на пульсе. Если что-то буду делать, буду вам сообщать. А вы давайте осторожней. Не делайте импульсивных движений, покупок, и все будет хорошо. Всем профитролей, пока.